Что уже сделано и что предстоит сделать? Итоги и перспективы своей работы обсудили молодые зареченские парламентарии. Несмотря на эпидемиологические ограничения, с самого начала года молодежный парламент не оставался в стороне от жизни города. Участие в «Есть такая профессия — Родину защищать», День местного самоуправления. Сегодня мы съездили на кладбище, убрались на могилах ветеранов, и работа продолжается. Парламент пополнился новыми активистами, которые смогут внести свою лепту в деятельность молодежной думы. Все-таки хотелось бы, чтобы костяк, который есть, он бы обрастал и перерастал теми самыми активными молодыми людьми. Молодежный парламент, как совещательный орган при городском собрании представителей, работает в Заречном с 2017 года. Чтобы организация не стала формальной, а могла оказывать реальное влияние на городскую жизнь, старшие коллеги предложили парламентариям пересмотреть свою работу, стать более активными в решении проблем, волнующих молодых зареченцев. Молодежный парламент, он должен решать вопросы молодежи. Вот пока молодежной политикой или проблемами, или вопросами молодежи не займется молодежь, наша молодежь никогда не получит то, что ей нужно. Парламент должен зажить, он должен задышать, он должен быть центром движения, то есть он должен в городе организовать движуху. Итог встречи следующий. Представители органов местного самоуправления ждут инициативы от молодежи и, в свою очередь, готовы помочь в решении возникающих вопросов. Ольга Сальникова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».